Первый тайм полностью у нас не получился при высоком прессинге игроков соперника. Не находили мы свободного игрока и не получался выход из обороны в атаку. Также те моменты, которые надо было при переходах более хладнокровно распорядиться, передачи нападающих, этих передач не получилось. Но при всех сложных погодных условиях, в том, что матч задержался, все равно соперник был более мотивирован, более агрессивен. Мы в первом тайме уступили в этом агрессии, в огромном желании. Пропустив гол, да, ребята уже немного, как так правильно сказать, даже возбудились. Больше, наверное, появилось огромное желание отыграться, создавать. Įsibūdino komanda, atsirado noras išlyginti rezultatą. Был шанс спасти игру, ничейный результат, но не получилось. Buvo šansas išgelbėti rungtynės, pasiekti lygiąsias, bet nepavyko. Rungtynės prasidėjo 20 minučių vėliau, ar tai neišmušė komandos iš vėžių būtent? Это что 20 минут позже началась игра, это как влияла команда? Знаете, тут трудно сказать, как влияло. Ну, команда соперника приехала с автобуса, тоже с дороги, тоже. Но я еще раз повторюсь, что они более с огромным желанием вышли играть. Мы уступили в первом тайме, в желании уступили сопернику. Сколько сказать, как ты лемнес, и ирги турил вожжет, и ирги велава, бет, погребенный сдаликас, кад мы си нуслейдом нору. Kokios mintys prieš kitas rungtynes, ką galbūt darysite kitai? Мысли про то, что осталось, что... Нет, мы понимаем реально, что еще осталось 4 игры и разрыв небольшой. Я думаю, что все еще впереди. Puikiai suprantam, kad dar ketverios rungtynės, skirtumas nėra didelis ir viskas dar ateityje. Поэтому вот этот отрезок, который 2 игры будет до большой паузы, надо максимально настроиться, максимально давать результат, чтобы... То есть для рунтинес и рунтинес паузы нужно максимально посерочить и максимально сужать. Все, я думаю, что в наших руках, чтобы завоевать третье место. Колкас, все в наших руках, чтобы завоевать третье место.